Лечи, веди их, ты знаешь куда. Иди, ведите за папой. Заходим в ворота. Заходим в ворота. Ну, в общем, как-то так. Ой, сколько их? 6 загнали, одна осталась, не поймали. Мы их всех загоняли осенью, но осенью они оттуда ушли. Сейчас не осень, сейчас надеемся, что они не будут здесь коровы-то ходить. Хотя, кто их знает? Ну, стадо все, вот стада нет и все. Вторая попытка отвезти корову в электропастух. Аккуратно ноги пила. Аккуратно. Куда? Видит? Видит? Ну что такое? Тихо, тихо. Видите, все стоят, смотрят. К ним пошли. Стой на месте, стой. Стой, все, стоим на месте. Стоим. Давай. Давай. Давай, заходи. Заходи. Давай, 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 давай. Все здесь, все тут. Все, вы стоите, смотрите. Все. Смотрите, тут ходите. Все. Ну не буду, значит, до вечера пускай стоят, потом пойдем гулять с ними. Дочь, чего такая чумачащая? Вот получились у нас такие сильно пугающие перемены. Мы хотели это сделать в следующем году,
А получилось, что в этом. К следующему году мы, в принципе, были готовы, потому что так как скотина не остается, мы весной сразу вот их сюда загоняем, огораживаем там. Я потом покажу, где там у нас основной будет. Земля не наша, конечно. Нам ее просто дают пользоваться. И вот загоняем и там пробуем пасти. А получилось, что ну страшно, конечно, очень страшно. Пока вот я говорю, что одна нитка. Как они будут в одной нитке сидеть или уйдут они сразу. Электропастух мы заказали, но он придет только, наверное, к субботе. Это в лучшем случае. А то, может быть, и позже. Да и вообще, вот у меня сколько? Мы с 15-го года у нас корова, да, она вся жизнь, она уже устоянная, уже все. Каждое утро мы выгоняем стадо, каждый вечер мы стадо забираем. Всегда выгоняла, пригоняла я, потому что это, ну как я вот, я уже как-то рассказывала, я 6 лет сидела вообще безвылазно. И для меня единственное вот общение с народом было вот утром коров выгнала с народом, пока постояла с коровниками, да, с короводами. А вечером я их загнала, тоже с народом пообщалась. Сейчас я последний год, я вылезла, конечно, в общественность. Вылезла сильно, как говорится. Выдвинули, теперь не можем задвинуть обратно. Но не знаю я, как у нас все это дело пойдет, как у нас получится все это. Будут они здесь стоять ли? Их надо поить. То их поили в реках, теперь, значит, их надо поить из дома, да, вот до сюда вот у нас шланг. Вот там, в метрах 100 у нас скважин, мы оттуда поим, да. А если мы поставим электропастух вон туда, то либо еще один-два шланга покупать 100 метров, но это будет течь 200 метров от скважины, шланги, это будет течь полдня. Либо вот еврокуб, может быть, купить стоит. Очень понятно, непонятно, неизвестность полная, как что будет происходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кто знал, что вот не будет у нас стада уже в этом году? Ну, кто мог это предвидеть? Это даже предвидеть никто не мог. Я уже сегодня писала в комментариях. Вот там село, 20 километров, там два стада по 250 голов. Даже то село, которое в 6 километрах от нас, наш же сельсовет, у них, оно маленькое село, 200 человек, там и то 70 голов в стаде. Что такое случилось у нас, что у нас убрали всех голов? Ну вот сейчас 27 стадий было, да, мы своих забрали, осталось 21. Вчера одну забили, но они изначально в стадо не стали пускать, когда сами пасти стали. Они даже один день не захотели ее пасти, они ее просто убрали. И вот сейчас остальные, кто остался, вот мы забрали, да, они говорят, мы будем резать. Непонятно, ой, непонятно. Как дальше будем жить, непонятно совсем. Сережа едет на велосипеде, везет аккумулятор. Здесь у нас гораздо быстрее получается объехать вокруг на велосипеде, чем сквозь эти вот огороды все идти. Они, конечно, они же вольные. Они привыкли болтаться, где им вздумается. Им с двухногим пастухом они как-то не сильно довольны, что он их пасет. Потому что они вольные. А тут как в стаде будем. Мы-то думали, после зимы их выгоним, да? И сразу сюда. Они, в принципе, после зимы-то... Они же вот здесь вот у нас выгул. Они здесь ходят, выгули зимой. То есть они уже изначально ограничены в свободе. Потом их в электропастух выгоняешь. Они, в принципе, еще свободы не нюхавшие, да, после зимы забыли. А сейчас как они будут... Непонятно ничего. Ну ладно, Бог даст. Нормально все. Надеюсь. Главное, подъемность сильно никто пасти не хочет. У одних две коровы. Мы что, говорит, ну вот мы-то ушли, да, мы своих забрали. У них 21 осталось. Ну вы пасите своих. А они говорят, ну что, говорит, будем каждую неделю пасти. Нет, а мы должны пасти. Неделю в месяц, да, это нормально, когда мы неделю в месяц. А когда они каждую неделю пасти своих, ну там по два, по одному дню, это уже караул, караул. Стоят бедолаги, ждут худющие.
Давайте, коровы выходят гулять. Так вот, что мне, с велосипедом ехать или... Отгоняй. Остальные пошли. Вета, Лада, выходим. Марта, выходим. 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 Куда они пошли? Куда? Не туда. Обратно пошли. Обратно. Выходим. Выходим. Ну, выйдет, значит, выйдет. Выходим. Пошли. Выходят они. Пошли. Ну, выйдет, значит, выйдет. Ну, пусть с ними идет. Я попробую, конечно, удержать. Выходим. Голубы не выходят. Ну, сейчас, может... Пошли. Вета выходит. Голуба не выходит. Голуба остается. Остальные выходят. Давай, давай. Выходят остальные. Да что вы? Малыша выходит. Голуба не выходит. Ты... Не в ту сторону. Хорошая мощность. Новый аккумулятор. Так, девочки, пошли пить. Пить пошли. Пошли на озеро. Гулять и пить. Вот туда, вниз пошли на озеро. На озеро. Разверни мне эту, открой калину-то. Пошли. Вот, вот, молодец. Прямо, прямо идем. Прямо, дочь. Иди прямо. Вниз спускайся. Вот умница. Пошла, пошла. Пошли все. Пошла. Молодец. Пошли, коровы. Пошли. Лада, пошли. Лада, пошли со мной. Лада, пошли со мной. Ой, пока их приучишь. Пошли. Эти нервничают, им тоже хочется. Калина хромает. Мы сегодня ей копыта мыли, чистили. Но она вроде на него наступать начала. Правда, мы боялись, что йодом ей сожгем. Мы на ватку йод лили. Пошли. Озеро заросло все. Все равно они бегом туда побежали. Сейчас сбегут от меня. Теперь по озеру. Ну там вот дамба есть, я пройду. Вот так вот оно вот все, на озеро было. Вот это все. А сейчас уже все сухо. Вон уже даже березы выросли. Какая-то у меня, наверное, не очень хорошая идея. Коров гнать сюда. Вон, поди там, найди. Ой, какая красота. Вон уже где. Вон уже где кусты шевелятся. Да они туда ломятся. Как на лавантер. Какой кустище здоровенный. Ой, какая красота. Там уже и воды-то по линии осталось. А мы пить идем. Здесь раньше рыбу-то ловили. Вон там, вон мы ловили рыбу. Нет, вроде вон там есть вода какая-то. Там не потонут, они у меня. Как сейчас затонут все коровы в болоте. Где-то вон там ходят. А прикиньте, они у меня действительно там потонут. Ой, мамочки. Это жестокая жесть. Ладушка, идите сюда. Минут 15. Стою на берегу один. Вон вроде шатается что-то, кусты какие-то. Вылазьте, мои солнышки, мои лапоньки, где вы есть? Все девочки. Девочки, мои солнышки, где вы есть? Обезьяны такие, идите сюда, скорее. Коровы, коровы, где вы есть? О, слава тебе, Господи, одна появилась, Ветушка. Где остальные девочки? Идите гуляйте тут, кушайте. Кушайте тут. Где вы есть, коровы? Вот, дочь появилась. Ура, ура, две головы на месте, не утонули. Идите сюда. Остальные где?
Да, пастух и змея. А вон, вон еще кто-то две. Ура, ура, две. Вон Влада. Так. Вот так и живем. Что делать-то, что делать-то? Попробовали вот сегодня день. Вот сколько их тут? Четыре. Где остальные? Всего их сколько было? Восемь, да? У вас восемь было, девки? Восемь их было. Одна осталась там. Всего у нас девять. Одна там осталась. Восемь. Значит, восемь. Мне надо их собрать. Сейчас это они поедят. Время 18:13. И часок с ними хотя бы погулять. Пусть пожрут. Потому что все-таки в пастухе они первый день. Они полдня стояли. Потом есть там сильно нечего. А потом мы огораживаем. Нам вроде как дают 15 гектар вот этой земли. Она, конечно, вот здесь вот грязная. Сюда не будем. Нам и так хватит. Там вот, где березы стоят. Вон там. Вон там где-то. Где-то там, короче. Ну вот, Сережа, сейчас колышки приготовит. Электропастух придет. И огородим. И будем вот приучать каждый день часов 6 их оттуда забирать. Поить вот здесь, в этом болоте. Ну и домой на дойку. Будем пробовать. Так, пока. Все коровы наверху, не могу речку найти. Прям что-то это. Вдруг утопло в болоте. Кричу, кричу. Смотрю, смотрю. Вообще не шевелится, нигде ничего. Здесь, блин, конечно, ему пожрать-то. Клевера сколько. Речь. Господи, думала, лежит. Это какое-то дерево. Нет, вон там где шуршит. Что за дерево-то? Ага, я думаю, я уж испугалась, думала, речи лежит. О, ничего себе здесь пожрать. Вот это, да? Тут по колено клевер. Сейчас убью. Найду и убью. Конечно, вон она уже вылезла, обезьяна. А я тут в инфаркте, что она утонула. Хрен утонул, блин. Вот это я понимаю, травка. Зелененький, хорошенький. Куда вы побежали опять? Ладно, стойте на месте, не бегите. А то какую-то эту, блин, едят сушню. Сегодня целый день собирается гроза, а никак не соберется. И вот опять это мое любимое темно-синее небо и солнышко. А коровы у меня тем временем уже почти к дому подобрались. И этой опять нету. А, вон она. Что-то разбрелись. Все подружки по парам в тишине разбрелись. Ну, красиво же, да? Правда? Вот если нам удастся вот это все оградить. Ну, должно удастся, в общем. Здесь вот трава неплохая. Вот здесь. Косить-то нечего, конечно. А попасти... Главное, чтобы они с этой люцерки не повздувались. Алина, интересно. Пришла и голубу дразнит. Ну, ты еще влезь туда, конечно. Чтоб тебя шваркнул. Соскучилась. Эти пока тут болтаются. Можно посидеть или к папке сходить, он там что-то все делает. Вот они. Все пошло не по плану. Они должны были идти вот здесь. Вот так вот. Так вот кругом, и вот он дом. Ну, они-то вот отсюда, вон туда ломанулись. Беги теперь их догони. Япона мать. Клубники опять. Вообще, вон она. Смотрите. Ой, пахнет, пахнет. Сейчас, скажу, у меня корова убегает, я блин, надо догонять. Туча ушла туда, теперь солнце там заливает. Здесь нету солнца, а там вот все горит, блестит. А мы все гуляем, мы прогуливаем свои 2 часа положенные. Ну как гремит. Разулечка. Целый день нам обещают. Дочь, иди домой. Домой. Дочь, домой. Идите домой, девочки. Все.
Мы полтора часа гуляем. Калина, пошли домой. Какая тучища. О, какая. Она туда идет. Оттуда туда, видимо. Пошли домой, пошли. Калина, пошли домой. Пошли. Вот ворота открыты, видите? Заходим в ворота. Заходим. Калина, пошли домой. Ой.